Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, и сегодня мы отправимся с вами на локацию Тайник Карлоса. Эта локация появляется при выполнении вроде бы 13-го квеста. Но не полностью, не то что выполнение, потому что я забил на эту тему чуть-чуть и в последнее время не выполнял. Я создал лишь вот сейчас, как называют, станок для переработки, только станок для переработки с 13-м заданием. И у меня сразу, вот я вышел на локацию, у меня сразу появился вот этот тайник. Так что я так понял, неважно, не надо выполнять полностью все задание 13-е, а надо лишь создать вот этот станок. Либо генератор, либо станок, я не помню. Вроде бы станок. Видел уже где-то ролики. Так, здесь у нас вот этот тайничок, деревца, ну, и олененок ходит. Ладно, томить не будем, и берем лопату и копаем. Давай, братюня, давай, копай. Так, что у нас тут? У нас есть тут винчестер, есть усиленная куртка, 10 кожи, 5 угля, ну, одна часть двигателя, алюминиевая пластина, 3 батарейки, гаечный ключ, 3 пружины, ну и по мелочи. Хавчик, пиво, спирт, телефон, часы, сигареты. В общем, нет, тема-то прикольная, на самом деле, она попадается, идет у каждого, эта локация появляется, у каждого она вроде как бесплатная, я не уверен, что надо платить полную версию дневника, чтобы там было это задание. Вроде бы как она появляется у всех. На халяву такой лут тоже неплохо, в принципе, ничего сложного в этом нету, зомби тут нет, никого убивать не надо. Как по мне, очень даже интересная локация. Конечно, маленькая, можно было добавить что-то еще сюда. Но не так сойдет, в принципе. Ну, а на этом все, ребят. Если вам это понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока, до скорых встреч.